Добрый вечер. Садимся мы за стол праздновать. Хороший праздник. Я считаю, что этот праздник, он лучше, чем Новый год. Во всяком случае, больше смысла в этом празднике, чем в Новом годе. Ну, мы с бабушкой бы сами по себе-то поскромнее, но дочь у нас приехала, дочь у нас, ей нужно праздника. Праздник. Да, сейчас покажу, что приготовили на стол. Значит, начнем с шашлыка. Доча делает вкусный шашлык со свинины. Язычок она у меня давно хотела вареный. Картошку пюре. Рулетики с колбасой, сыром и с майонезом. Салат обжорка. Как без оливье. Здесь у нас бутерброды, икра и форель. Маслины. Здесь я готовила, в сторис выкладывала, в шорте выкладывала перепелиные яички в соевом соусе. Салат под шубой, как всегда, и наши любимые бутерброды на каждый. Мы не только на праздниках готовим, мы их всегда готовим. Поздравляю всех, кто празднует этот праздник с праздником. Желаю всем добра, желаю всем любви, желаю всем счастья, желаю здоровья. Желаю мира, всем на планете желаю мира. И желаю, чтобы с этим праздником в каждое сердце пришло добро и радость. Всем всего хорошего.